Друзья, всем привет! Мы собрались на очередную рыбалочку. Сегодня у нас понедельник, 7 марта. Жду ребят, это на заправке там. Сейчас второй экипаж. Два экипажа уже уехало вперед. Едем все на понтоне, а вон, кстати, едет Серега. Дастер с прицепиком. Вот, едем на железные ворота. Стартуем с Патрикеевки. Получится, покажем. Едем по лесной дороге, подъезжаем к Кульмице. Ревер где-то впереди. Время у нас уже 25:06. Саня-то машина сломалась со стартером. Мы полчаса потеряли. Другую машину пересаживали. Едем, ребята, там впереди уехали уже, наверное. Уже к Патрикеевке подъезжают. Маленько отстали от них. Там с деревни, возможно, вместе поедем. Все, мы на месте поставились. Включили газ. На улице за бортом. Сколько было, да? 18, да, наверное, показано. Я себе тут 5 луночек в этот раз дал. Два корюха уже съедобницких. Народу дофига сегодня, погода отличная. Солнышко светит. Что, Дан, будешь рыбу-то ловить? Да, было. Вон одна уже есть. Так это моя. Твоя, забудь. Да. Как, на мою удочку с моей наживкой. Бля, руки-то ближе будут. Ну так, это уже это. Бак. Руки могут быть удочка разные. Наживки не что. Я вот марушечки прикупил. На сульфате изготавливают. На подсадочку. Смотрим, как сегодня работают. Давай, давай. Так. Гребаная подвеска, блин, цепляется. Подшевеливается что-то, конечно. Вроде бы и на все клюет. Ну вот. Да, надо удочки шевелить. Ой, не особо активно. Корох сегодня. Да блин. С этими подвесками. И вроде бы лучше с ними, да, ловится, блядь. А вроде бы и геморройно. Ну давай, зажевывай, что ты там нюхаешь. Нету знатная это болтанка. Это в перемешку с этим, с миногой. Mm-hmm. Все тут уже пропиталось. Mm-hmm. Еще осталось стухнуть. Миногу тоже, кстати, можно поставить там она внизу. Кусочки мелкие.
Бас-бас-бас на все удочки и это, да? И тишина библиотеки. Проводи непонятно, блин. То ли прибывает, то ли становится. Ну так что ты? Заглотить не можешь. Бля, мелочи, наверное, все-таки много, да, внизу? Что? Большой корех сразу лупит. Наикорыш. И это самое, блядь. В этом вот корех-то, блядь, был. Да, гребаный кибастоз. Блин, что-то там подергали, так такие хорошие. Как я тащить-то? Да, эти подвески. Нихера это не прикольно. Тема. Столько вот народу. Тут железячки рядом. Ребята ехали и потеряли это санки, блядь. Ага, на снегоходе. Пойдем до соседей сходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Чаи будете? Вот кто нам ход-то перекрыл. Онлайн. Че, когда у вас газ-то кончится? Чуть позлорадствовать немножко. Когда у нас газ кончится, вам придется потесниться. Не знаю. Будем настоящие суровые рыбаки. Куртки оденете, да? Саня, не спал еще? Нет, так это обеденный сон будет позже. Ага, понял. Охрен, он ушел, у него удочки аж прям ломятся, блин, в лунку. Серега, ты завязывай. Кто виноват, что делать? Смотри. Хорошо клюет, однако. Только маленький. Все, не приду больше к вам. Не буду расстраиваться. Ну что, там, я не знаю, пока стоял. Серега, три рыбины вытащил. Что-то надо с этим делать. Дергает какая-то мелочь. Блин. Много, не мало. Почти сковородка. Блин, в стуле сидеть удобно, конечно, но
ловить неудобно. Клюет, но, блин, нифига не садится. Мелочевочка. Ну, давай. Главное, пошевелит и все. Эта удочка проснулась. Тут два раза дернулся. Беда, беда. Все. Передумал клевать. А чё? Ярю обещанное. Печально как-то, да? Ну, он наудил там. Кто-то обещал тут кореха килограмма. Бля, ребят бы съездить найти. Может, у них ловится, блин. Прям по-жёсткому. Съездить, поискать. По рыбе у нас оглушие какое-то, да? Затишье. У нас легкий обед. Полдник. Время 10 часов. Не подглядывай. Салатичек, хлебушек, чаечек. Ладно, посидим, покушаем. Что, клевало, что ли? Может быть. Шечный. Еще нож. Но я по-другому не умею. Ой, блядь. Заяц хвостун, папа ловит, папа ловит. Давай, черпанчок. Правильно говорить, не хвосту, на хвостунишка. Да, почему-то этот бур крошит очень много. Хей, бамбу.
блин, погода сегодня огненная, да? Холодновато, правильно? Правда. Да. Я говорю, было бы градусов 5, было бы вообще огонь. Хорошо, двадцаточка. Так себе, без палатки-то. По одной рыбке с луки. Саня едет нас подсиживать. Че, ты ближе к берегу хочешь? Да, такая вот. Съезди, попробуем эти, к тебе подъедем сейчас. Да. Ну я вот с двух лунок две штучки поймал. Кочегарыч. Саня переехал поближе к берегу. Сейчас вода у нас то ли стоячка, то ли уже пошла на убыль. Полная вода была в 10. Ну, что, погода хорошая, можно поискать, поездить. Еще думаю на яму туда вот съездить. Подъехали Андрюхе к Сане. Все на котах, три штуки одинаково. Такой же. Все на шуруповертах. Все модные. Все модные, да, сверлить никто не хочет. Ладно, что, поедем сейчас тоже. Мы сидим вон в той куче. Дальний, ближе к Удюгу. Хочу поснять, ребята, сколько у вас рыбки. Можно? Ради бога. Хоть, блядь, на рыбу посмотри. Ух, ух. Ухти, ухти. Ухти, ухти. Тренировали, вот так сказать, да? Цель. Ну ладно. Ну, большая емкость батареи, это здоровая батарея. Туристов привезли. Санки, да, крытые с этим стелишком. Что, Серега собаку завел? Собака как вши заводится сама. Сама.
Собака, иди сюда. Будем знакомиться. Иди сюда. Иди. Ну, палатка стоит, но она... Наверное. Да вон эти. Туристы. Russian турист. Собака, тебя как зовут? Иди сюда. Иди сюда. Как зовут тебя? Собака Баяка. Ты посмотри, какие там санки. А вот эти ходят? Нас-то в таких не возят. О, блин. Это туристы с этого, вон, с острова, с мультика. С железных ворот, с базы. Russian tourist. Облика морали. Че там у тебя? Кореш-то спит? А? Пытаемся что-нибудь понять. Ну, это вы зря. Hello. Ага, ага. Почистили рыбку-то мелкую, да? Нет, только такая у нас. Ага, конечно. Да. Сегодня не ловилось. Нос пока что-то не пищит. Собака. Что, у вас клюет что-нибудь? Не, ну я поймал три штучки-то. Криминальный, как всегда. Че? Криминал, как всегда. Не, у меня чисто это. От 30 сантиметров. Народу, блин. Ой, извините, извините. Че, Андрюха, как фара? Светит сильно? Ну и шапка вот эта. Видишь, вышел, дверь тебе не закрыл даже. Да не говори, блядь. Никакого уважения, блядь. Ты в следующий раз не доверяй ему с газом? Да ему вообще ничем нельзя не доверять, блядь. С машиной нельзя доверять, с газом нельзя. Собака. Собака Баяка. Че, как тебя зовут-то? Бульба. Все у Тёмы чистая еда. Нет, у меня никакой еды. Тут как движуха какая-то, да, такая тут? Вокруг нас будет сегодня. Что, я их буду брать, что ли? Вот такая вот микро рыбки. Ну, Серега только такие ловит. Да. Что поделаешь? Такие клюют, я такие ловлю. Что, Саня, с газом-то что-то пошло не так, да? Сочетка. Ты так рассчитывал, что полдня в холоде? Что полдня? Мы же эти северные люди. Половили траву. Тут такие жучарики. Ну-ка, тыкни на экран. Да, да, на экран. О. Типа креветки. Ну да, кстати.
шарики такие, да? Может, вместо опарыша насаживать. Так, по-любому, наверное, эта фигня питается. Видишь, какую траву он притащил. Вижу. Видео. Все, собрались мы домой. Не хватило у кого-то силы терпения. Пальцем показывать не буду. Саня там еще под конец рыбы решил урвать. Все тоже потихоньку собираются. Рыба вроде заклевала, но нет, надо домой ехать, блядь. Ладно. Мы не жадные. Сколько поймали, столько поймали. Покурим? А? Пофурим, может? Чё? Да поехали там. Поехали, дай слава. Ладно. Мы загрузились. Ребята тоже грузятся. Время у нас рано, не дали нам посидеть. Домой хотят. Что там, как рыбалка? Да по рыбе-то не очень. Погода классная, а по рыбе как бы не так. А по рыбе как всегда. Да, лаки лузеры. Сколько у меня, наверное, ну, полторы сковородки или одна полная? Ну, у меня вот сковородка точно. Сейчас приеду домой и назад. Ладно, всем пока.